Здравствуйте. 7 мая, первый лунный день, в созвездии Санчера с элементом Земли. День для новорожденных, благоприятный для ритуала призывания долгой жизни, благосостояния аналога, бурения скважин, посадки семян, деревьев, строительстве, размышления, медитация, обращаться к учителям, Будду, начало обучения, приручение диких животных, установление фундамента, создавать формы дизайны, украшения. Ребенок, родившись в этот день, будет достойным, благоречивым, где бы ни был, будет счастлив, отличаться резким и жестким характером. День неблагоприятен для продажи, благоприятен для людей, родящих год змеи, курицы, неблагоприятен годам дракона, собаки, овцы. В Илгинском Цапчун Дуране Харзе, Дынкур Дуране на Березке также Харзе, Хамоком Божьим Санцикюсаны для защитники Дацанов и Таванхан, защитники семейного очага. Мани Дуане Зруа Юрул, Чуд Дуане Таванхарова на бурятском языке. Будьте полезными!